Чемпионат Министерства внутренних дел Республики Беларусь имеет богатую историю и достаточно широкую географию проведения. На этот раз участников соревнований встречал гостеприимный Брест. Для открытия чемпионата стражи порядка со всей Беларуси собрались в символичном месте на площади церемониала в Брестской крепости. Команды чествовали традиционным хлебом с солью. Напутственные слова и поздравления в адрес участников настроили их на позитивный лад и задали курс на победу. Чемпионат МВД Республики Беларусь по стрельбе – мастерский турнир. Победитель соревнований при наборе необходимого количества очков может стать обладателем почета звания мастера спорта. Уровень состязаний высокий, ответственность огромная. Соревнования у нас идет круглогодичная спартакиада по 11 видам спорта. И, собственно говоря, чтобы у сотрудников была возможность попробовать новые места проведения, во всех областных центрах проводятся, соответственно, с приказом, утвержденным министром. То есть во всех областных центрах сейчас имеется необходимая инфраструктура для проведения различных видов соревнований. Поэтому в этом году выбран Брест. Мне очень приятно, что данные соревнования перенеслись на мою родину, так можно сказать, на Брестскую область, так как неоднократно данные соревнования проводились только в Могилевской области. Соответственно, как говорят, на родине и стены помогают. Поэтому мы считаем, будем стремиться очередной раз показать свои лучшие мастерство, умения, навыки. Чемпионат включает два испытания – стрельбу из пистолета Макарова и автомата Калашникова. На протяжении двух дней стражи порядка будут бороться за лидерство, доказывая, что они – профессионалы своего дела. Боевую подготовку участники проявят в статических упражнениях, а также скоростной стрельбе. В том, что в чемпионате соревнуются лучшие из лучших, сомневаться не приходится. Многие из представителей структуры неоднократно показывали высокие результаты, но на этом не останавливаются. Я уже участвую здесь 14 раз. Точнее, 14-й год уже. Вот. Ну, соответственно, каждый год повышая свой профессиональный уровень, а также уровень своей стрельбы. Стрельба, сами понимаете, такая вещь. Где-то немножко моргнул, где-то немножко усилил спусковой крючок, и результат может быть, кстати, как и в положительную, так и в отрицательную сторону. Победители по итогам соревнований представит Министерство внутренних дел Беларуси на чемпионате БФСО «Динамо», а также попробуют свои силы в чемпионате Европы среди полицейских по стрельбе, который пройдет в Венгрии. Элемент соперничества, конечно, будет достаточно серьезный, потому что все команды готовятся, и это такой вид служебной подготовки, который используется непосредственно и в своей служебной деятельности. Поэтому изначально уже с приходом в органы внутренних дел эти сотрудники, все сотрудники обязаны надлежащим образом использовать и применять табельное оружие со всеми достаточно высокими там навыками и соблюдением всех требований. София Бережная, Юрий Киндин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.